как сделать систему капельного полива наипростейшую. Вот такого плана. И ставлю сюда нашу бодейку, полторашку с водичкой. Никаких отверстий, ничего здесь мы не делаем. Присыпаем, соответственно, землей. Нашу пятилитровку ставим сверху. Вот таким образом, как купол. И еще немножко присыпаем, чтобы она никуда у нас тут не улетела. Вода из полтора литровой боди испаряется и натыкается на препятствие в виде купола, конденсируется по стеночкам и стекает в землю. Pared del bidón. Esto generará gotas que caerán hacia la tierra, humedeciéndola.